Tayyarman. И прежде чем мы начнем нашу линейку, здесь все-таки кого-то не хватает, наших выпускников. Давайте поприветствуем их. Bo'lishlaringizni tilayman. Oldingizga nima maqsad qo'ygan bo'lsangiz, barchangizni mana shu maqsadlaringizga yetishingizni chin ko'ngildan Allohdan so'rab qolaman. Уважаемые ученики, я вас всех поздравляю с последним звонком. Прощание со школы. Прощание с учителями с детства. Этот последний звонок не означает
конец чего-то. Означает начало вашей яркой жизни. Пусть всегда будет в вашей жизни счастье, больше побед, удачи и радости. Слово для поздравлений предоставляется нашим гостям. Ахмадулиной Людмиле Анатольевне, пожалуйста. Которая будет читать поздравления. Дорогие мои дети, от всего сердца поздравляю вас с получением аттестата 200 и вступления в самостоятельную жизнь. В этот долгожданный день, 25 мая, более чем девочки, Marhamat. Yuragimda bugun cheksiz ehtirom, yuragimdan chiqar dil istiqbollarim, opalarim, akalarim ketishar bugun, chunki chalinmoqda so'nggi qo'ng'iroq. Sizlar uchun chalinar so'nggi qo'ng'iroq.
Қоярқан немар, осмонге кеткенше пішіп тұрды бақы. Ашу құчыларымызны үлімдейді, дуана,
бөлім кетішті әдіс құстазларымызды орын кетті. Келін қазы ұқтучыларымызды тәңбір нәшіне білесек. Мархамат! Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi Qarshibayeva Nilufar Abdunamatovna faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Maktabning rus tili fan o'qituvchisi Rusmatova Shahodat Mavlanovna taqdirlanadi. Награждается учитель английского языка Павлова Диана Мизафаровна. Мы вас поздравляем по итогам года. Диана Мизафаровна. Майтап дейн математика фан оқытушысы Исмаилова Мехрансо тақдірленді. Майтап дейн Мехрансо прекатесіз. Гигон. Майтап дейн информатика фан оқытушысы Фатинов Геномчан Мапитович тақдірленді. Учительница начальных классов Мустафаева Светлана Мамедовна. Мы вас поздравляем. Светлана Мамедовна. Бошлангачталым оқытушысы Дульфуза П. Ермакова Дульфуза Юлдашевна тақдірленді. Дульфуза П. Біз сізді ел якуны бойынша тақдірлейміз. Джураева Дулара Ерназаровна. Мактабның математика фан оқытушысы тақдірленді. Дулара Мопе, қаттесіз. Дулара Мопе. Мактабты мамуреті номыды сіз оқу елі якуны бойынша тақдірлейміз. Ярдамова Махиба Мұхтаровна тақдірленді. Мактабның өзбек тілі әдебиет оқытушысы. Махиба Мұхтаровна, идемте. Мактаб жисмони тәрбие фан оқытушысы Рахимов Рустам Расулжанович тақдірленді. Рустам аға, іштеріңізге омад тілейміз. Мандим Орым Олимжанович тақдірленді. Мактабның Расова жисматили фан оқытушысы Орымжан, іштеріңізге омад. Мы вас поздравляем по итогам года. Желаем удачи. Награждается учитель начальных классов Комбарна Камат Махмудовна. Камат Махмудовна, с праздником. Мы вас поздравляем. Желаем удачи. Шакрыпка Катар Йоштары Тайор Лашман Охтучсы Турдубоев Абдугафор Турдумуродович Тахтарлана. Абдугафор Эке. Зигон Дамировна тақдірленді. Өзбек тілі әдебиет фан оқытушысы. Зигон Дамировна, мы вас поздравляем. Хакимова Дульфуза Абдумуминовна. Мактаб биология фан оқытушысы тақдірленді. Оқытушылар Дульфуза, сізді шақырамыз. Дульфуза Абдумуминовна. Харекет қыламыз, тез-тез келамыз. Мактаб құтқана мүдірі Габбарова Парвина тақдірленді. Парвина хан, біз сізді табриклейміз. Юлдан, мактаб қадырлар бойынша менеджер. Юлдаш ва соғында топтыққа форумына тақдірленді. Содет. Мактаб математика фан оқытушысы, учитель математики нашей школы награждается. Это Пардаева Нигора Мырзачановна. Пардаева Нигора Мырзачановна. Мы вас поздравляем по итогам года. Мамачонова Муслиба Алихановна тақдірленді. Бартабаева Мардуба Тулкумбаевна тақдірленді. Награждается учитель биологии и химии Бартабаева Мардуба Тулкумбаевна. Мы вас поздравляем!
qabul qilamiz. Maktab ona tili va adabiyot yotman o'qituvchisi Abdullayeva Maftuna Rahmon Berkiyevna taqdirlanadi. Maktab rus tili fani o'qituvchisi Ismoilova Gulchehra Nuraliyevna. Мы вас поздравляем с окончанием учебного года. Желаем успехов. Maktab jismoniy tarbiya fan o'qituvchisi Ermatova Hilola taqdirlanadi. Hilolaxon, o'quv yili yakuni bo'yicha sizni tabriklaymiz. Ishlaringizga omad tilaymiz. Алима Нильфар Маруджановна, учитель английского языка. Нильфархан, сізді оқу елі яқыны өте ерішкен ютықларыз білен табрыклимыз. Награждается учитель математики Ревинина Светлана Юрьевна. Светлана Юрьевна, мы вас поздравляем! Светлана Юрьевна! Муминова Ирода Бахатировна, мактабни она тілі ва адабиот фан оқытушысы тақдирланады. Иродахон, ишларыңызга омад тілейміз. Награждается учительница русского языка и литературы Блокина Виктория Юрьевна. Виктория Юрьевна, мы вас поздравляем. Юрьевна, мы вас поздравляем, желаем удачи и успехов. Спасибо. Мактабни бошлангыч талым оқытушысы Нурматова Нурджахон Раимовна тақдирланады. Нурджахон, ишларыңызга омад тілейміз. Мактаб психологи Саттарова Гугрух ашырадыган қызымыз Умидахонны тақдирлейміз, ишларыга омад тілейміз. Мактабни бошлангыч талым оқытушысы Шеранова Дилафруз Талыпжановна, біз сізді табриклейміз, ишларыңызга омад тілейміз. Дилафруз Талыпжановна, где вы? Белафрус, так, харекет. Мактаб информатика фан оқытушысы Хаджаханов Асамхон Асимович тақдирланады. Асамхон, ишларыңызге омад тілейміз. Так, мактабнин бошлангыч талым оқытушысы Нармурадова Дильфуза Фитировна оқу елінде ерішкен ютублары үшін тақдирланады. Дильфузахон, ишларыңызге омад тілейміз. Мактабнин тарих фан оқытушысы Сатимова Дилафруз Файзуллаевна тақдирланады. Оқу елінде ерішкен ютублары үшін. Дилафруз Файзуллаевна, мы вас поздравляем. Награждается учитель начальных классов Изална Любовь Ильсатовна. Любовь Ильсатовна, вы прекрасный учитель. Мы вас поздравляем. Желаем успехов везде. Спасибо. Ишларым оқытушысы Мадамирова Севара Юсупжановна тақдирланады. Севарахон, ишларыңызге омад тілейміз. Итак, награждается учитель Александровна. Мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем с двумя праздниками. У вас выпускной и, конечно, конец учебного года. Так, мы ее поздравляем. Барнопе, бутон бошлангыч талым сізге. Карсел Чалепта, утис, аттасыз. Барнопан, мы тебя поздравляем. Мактаб мамуриати, мактаб мамуриати, бугунги тадбирда фаол иштирок этганлиги учун Мухорқулов Санчар хонга ташаккурнома билдирамиз. Qani bizni mehmonimiz ekan yigitimizga san'at yo'lida omad tilaymiz. Восходящая звезда нашей эстрады. Demak, maktab ma'naviyat ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Abdurahmonov Furqat Nosirjon o'g'li taqdirlanadi. Furqatjon, ishlaringizga omad tilaymiz. Maktabning ilmiy bo'lim mudiri Sulaymonova Matluba Abdunamatovna faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Церемонию.
Мамонов Алишер Исакович, мактабни технология фану ухтучсы. Оку елы дейришня ютухлары билан тахтырланады. Алишер Ике, катта сіз? Мактабни. Награждается ученица Блинова Анна. Мы ее поздравляем. Награждается Карпач Кристина, ученица 11 класса, за примерное поведение и за хорошую учебу. За активное участие в жизни школы и класса, за помощь, оказанную учительскому составу школы в течение учебного года, награждается Абдумаликов Абдулазиз, ученик 11 А класса. За активное участие в жизни школы и класса награждается ученица 11 класса Николаева Анастасия. Мы ее тоже поздравляем. За хорошую учебу и примерное поведение награждается ученица 11 класса Джумабоева Сарвинос. Сарвинос, мы тебя тоже поздравляем. Желаем удачи. Майтапнинг умринча песенов обучца Маргаримова Мардоне, одобли интервьючанникова Барча Фанлардан. Алло, бахонге ухынянлиги учен, оку или якуны бойча махто йорлыхмдан тахтыланады. Мактабнинг 11 песенов оқучысы Бохаралиева Отина тахтыланады. Оку илидаги ирішке ютухлары ва алло бахонге ухыняны учен. Мактабнинг 11 песенов оқучысы Ваккос ва Асалхон хам худды шуны номинация бойча тахтыланады. Асалхон, мы тебе поздравляем. Кенеги учен, Карабаев Джасурге біз ташапкыр нома білдіріп қоламыз. Так, Карабаев Джасур, біз сіз білер дойма йома-йомыз. Ишлеризге омад. Мы тебя поздравляем, сіз біз білер дойма йома-йом болишизді сурап қоламыз. Все, спасибо. Так, Азимова Шахсода, ее нету, да? О, идем. За отличную учебу, за примерное поведение награждается ученица 11 класса Азимова Шахсоде. Мы тебя поздравляем. Аплодисменты. Так, Карсекляр, бурные аплодисменты, уважаемые ученики, учащихся и наши уважаемые гости. Звонок листает школьные страницы. Желаю вам, ребята, всегда вперед стремиться. Желаю за мечтой идти, дорогой знаний. Школьные звонки бережет пусть память. Самоде куёш хам кюляр узгече. Тоглар хам джилмайып куяды бүкін. Пшнар хам парвоздан тынып бірлақсы. Тинлар кубырохнин сунгі садосы. Декат кілін 2022-23 оку ілі якуныны. Bildiruvchi so'nggi qo'ng'iroq sadolari jangraylaydi. So'nggi qo'ng'iroqni chalish uchun 11-chi sinf o'quvchisi Abdumalikov Abdulaziz va 11-chi B sinf o'quvchisi Bahraliyeva Odinani taklif qilamiz. Мы приглашаем ученика 11 класса Абдумаликова Абдулазиза и ученицу 11 Б класса Бахраливу Одина. Итак,
Сонге Конгарак. Как это? Анарбоева Насиба Пызы и Алачок училарымыздан Мақтау ярымларымыз Арлаш көген үшін Азгина түшінме училиглер болепті. Екен бұл құчымыз дайыма олимпиадаларда фаол. Бізі фақырли құчымыз. Табрикли мен дона қызым. Бұл ұзыма қызым. Атайлық қашып кеттіз ма? Как-то мамлекетлерді қам кішкені көңгісіздігі болып тұрады. Так, 1-ші класс харекет қыламыз. Хайаттегі барша қиыншылықлары көзден ешмаңыз. Ләпті табасымылан күтіп қоламыз. Насиба, мы тебе поздравляем с окончанием учебного года. Желаем всего наилучшего. Итак, табрикляймыз. Қызлайчон, демайк, бүгінге. Хаген. Ассаламу алейкум, құрметті әзіз ұстаздар. 22-ші мектеп. Ақ үй бастырған барша балаларға білім берген ұстаздарға қатарға рахмет айтамыз. Сіздердің айтқаныңыз құрметтен қате қылған болса, дәрс қылмаған болса, кеш кім келген болса, сіздердің алдарыңызда үзік көреміз. Хамиша киімімізді саламат тілейміз. Алла хамиша баршамыздан разы болсын, үміт тілейміз. Сабырлығымызды құптаймыз. Твоя подружка, я сколько лет искал тебя, давай выходи за меня. Ай-яй-яй-яй, девушка, скажи, где твоя подружка, я сколько лет искал тебя. Да, давайте. Thank you.
Bir takan sevgiler olsun.
Рахмат. Саламат болыңдар. Я все понял.
Ожидать. Будут взлеты и падения, слезы и радости, и слезы отчаяния. Поверьте мне, можно все преодолеть. Из любой самой трудной ситуации можно найти выход. Но помните главное, очень важное, нужно всегда просто оставаться людьми. В качестве напутствия я хочу вам рассказать маленькую притчу. Малыш смотрит, как бабушка точит карандаш и спрашивает: «Ты пишешь обо мне?» Бабушка перестает писать, улыбается и говорит внуку: «Ты угадал, я пишу о тебе. Но важно не то, что я пишу, а то, о чем я пишу. Я хотела бы, чтобы ты, когда вырастешь, стал таким, как этот карандаш». Малыш смотрит на карандаш с любопытством и говорит: «Он точно такой же, как и все карандаши остальные». «Да, но все зависит от того, как смотреть на вещи. Этот карандаш обладает 5 качествами, которые необходимы тебе, если ты хочешь прожить всю жизнь в ладу со всем миром. Во-первых, ты можешь быть гением, скачивать карандаш. Эта операция болезненна для него, но зато после этого карандаш пишет более тонко. Следовательно, умей терпеть боль, помня, что она облагораживает тебя. В-третьих, если использовать карандаш, всегда можно стереть резинкой то, что считаешь ошибочным. Запомни, что исправлять себя не всегда плохо. Часто это единственный способ удержаться на верном пути. В-четвертых, в карандаше значит имение не дерево, из которого он сделан, и не его форма, а графит, находящийся внутри. Поэтому думай о том, что происходит внутри тебя. И, наконец, в-пятых, карандаш всегда оставляет за собой след. Так и вы в своей жизни приготовьтесь к тому, что вы будете оставлять после себя след. Незаменимый, неизгладимый, красивый, иногда, может быть, и корявый, но это ваш след. И поэтому в вашей жизни только вы можете направлять своим карандашом. Иногда его и поточить, как бы это больно не было. Но в жизни очень много трудностей. Я желаю, чтобы в вашей жизни дорога была... Ну, нам всегда говорят, что наша жизнь – это как зебра. Она черная, белая, черная, белая. Она не бывает серой. Она либо яркая на земле, либо тусклая. Так вот, пускай ваша жизнь будет побольше белых волос и поменьше черных. А сейчас я предлагаю вам вернуться в маленькое детство. Вы помните, как мы пришли? Да. Ой.
Вам сейчас и весело, нет? Мы помним все. Улыбки, крики, слезы, обиды, споры, запись, дневники. В руках и в сердце первые занозы. Мечты о сладком слове выпускник. Да, были неприятные мгновения, и в этот светлый празднование час просите вы учителей прощения за все, что им терпеть пришлось от вас. Так, следующее наше видео, дорогие мои, посвящается тем, кто истинно с вами. Сейчас я сразу поставлю Еще.
Нормахуну спасибо. Это еще не все. Ага, да? Да, это еще не заканчивается. Я требую продолжения. Да. А теперь я хочу, чтобы вы вспомнили, как вы... Слезы останутся здесь, в этой школе, потому что вы сегодня реально попрощались с детством.
перешли во взрослую жизнь. Удачи вам. Спасибо, Гульнара. Запомните одно, что школа всегда открывает двери. Какие бы ни были у вас проблемы или что-то, вы можете всегда пройти. Двери мы никогда не скрываем. И запомните еще одно, когда вы учитесь в школе, вас заставляют туда ходить. А когда вы с нее выпуститесь, вы сами сюда будете ходить. И часто, и часто, и часто, и часто. Это происходит совсем реально. Поэтому четыре строчки, которые я вам хочу сказать. Не смейте забывать учителей. Они о вас заботятся и помнят. И в тишине пустующих окон они ждут от вас известочки вести. Не смейте забывать учителей. Они вложили в вас жизнь. Они жили вашей жизнью. Забывая проблемы семейные, но зная проблемы ваших семей. Они забывали про своих детей, оставляя их дома с температурой, но бежали к вам, потому что в классе сидело 30 детей. Они забывали проблемы со своими мужьями, потому что это муж. Они бежали к вам, потому что в классе были мальчишки, и их надо было воспитывать, чтобы они не подрались, чтобы они не учились дружить. В каждом из вас маленькая душа, каждого учителя. Поэтому, когда вы отсюда выпуститесь, иногда потратьте 3 цента, сделайте один звонок своему учителю. Просто так спросите, как у вас дела? Вы знаете, ей будет очень приятно, потому что 7 лет она была с вами, 4 года я была с вами. Счастливого пути. А я обещала, что я вас доведу до слёз. Боже мой, Златка, что же вы все плачете? Диора, я твое видео не могу найти, а? Где ты там танцуешь? Слава! В чем проблема? Давай запретим машину Чуш, актив залга. Тот, не могу да? Я вчера, я не могу это видео найти, а потом на это дело убрать. Давайте ко мне в класс зайдете. Учит вовсе не могу ли? Класс, ты там побольше стал, а я поменьше. Олет, олет. Через 7 лет. Саша вот генда аккумулятор. 7 лет, ага. Давай, давай, мы на вас пигат полномочий. Чекаем вас. Йо-йо, вот чекаем. Вставайте, ребята, вставайте. Идем, что встал, идем. Серьезно, особое приглашение. Давай, давай.